Зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас популярная шапка балаклава. Я их не люблю, честно вам скажу. Но с точки зрения мамы, вот как это, как, по мне, это идеальный вариант для ребенка. И шея закрыта, и уши, и все закрыто, вот, и все удобно. Да, и еще, если сделать вот такие вот ушки, что очень актуально сейчас, потому что у нас следующий год, год кролика, да, кролика или зайца, кролика. Вот, поэтому и подарок можно сделать, в общем, ребеночку. И еще, как для мужчины, как по мне, тоже очень идеальный вариант, который можно, сняв на шею, использовать как снуд, как шапку, как капюшон, что угодно. Вот у меня расчет, девчонки, один на одно количество петель, рапортов и так далее. Единственное, что я хочу, вот видите, у меня две разные шапки. В чем различие? Пряжа ориентировочно 200 метров в 100 граммах, плюс платочная вязка, она очень хорошо работает во все стороны, вот, и вниз, и в ширину. Вот, единственное различие, вот в этих двух моих, как бы, изделиях, вот это связано спицами 3 мм, а вот эта шапка связана спицами 4 мм. То есть варьирую я плотность пряжи, ну, толщину пряжи и толщину спиц вы можете достичь любого размера. Я вам сейчас скажу, вот это 4 мм спицы, ширина 25 сантиметров, но тянется она мега-мега, вот это бы мужской, совсем универсальный. Вот, потому что я же говорю, она работает в любую сторону, вот эта платочная вязка. Ну, а здесь 3 миллиметра, и вот смотрите, разница 2 на 3 сантиметра, 22 сантиметра. А если взять еще меньше, да, спицы и пряжу, да, даже спицы, ну, и пряжу, чтобы больше плотность, вообще малюську можно сделать, вот. Ну, в принципе, все, начинаем, девчонки. Итак, девчонки, что у нас по пряже? Пряжа у нас 200 метров в 100 граммах. Расход чуть больше, ну, где-то 150 граммов. 120-150 тоже, да? Такой, ну, пряжа разная бывает, разной тяжелости. Значит, вам важно попасть в мою плотность вязания. От плотности вязания зависит размер шапки. Если вы хотите больше вот моего, то вы выбираете толще пряжу, и у вас будет больше шапка. Если вы хотите меньше, то вы выбираете пряжу тоньше, и у вас будет меньше шапка. И спицы, соответственно. Ой, спицы у меня 4 миллиметра. Вот. И пряжа 200 метров 100 граммах у меня бобинная, которую я перемотала в два сложения. Вот. И еще я добавляю две нитки махера, в общем, для того, чтобы попасть в эту плотность. То есть таким образом я корректирую. Я сейчас использую остатки, поэтому вот так вот, чтобы попасть в плотность вязания, у меня две нитки вот этой вот и две нитки махера. Это все достигается образцами, девчонки, все мы знаем, чтобы попасть в плотность. Так, я завязываю вот одну петлю, набираю, сейчас покажу вот этим вот простейшим способом. Он неудобно вязать первый ряд, но потом объясню, почему это нужно для сшивания. Потом объясню, сейчас объяснила. Итак, я набираю 62 петли. Раз, два, три. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Итак, я набрала 62 петли и теперь вяжу лицевыми петлями. Вся шапка у нас лицевыми петлями. И я вяжу. Два ряда лицевыми петлями. При этом кромочные я буду вязать везде тоже лицевыми. То есть здесь у нас
Изнаночная только будет использоваться на макушке. Возможно, даже и там не будет. Вяжу этот ряд до конца и еще один ряд лицевыми петлями. Так, второй ряд я довязываю до конца. И вот вам хочу показать кромочная, тоже лицевой. И теперь у нас начинается принцип укороченных рядов. Третий ряд. Вот я петлю снимаю вот так вот, чтобы здесь получился узелок. Я вяжу лицевыми петлями до конца, опять же. И буду не довязывать петли. Это у нас третий ряд. Итак, мы довязываем, не довязываем до конца две петли. Это у нас вот эти две петли, кромочная и возле нее. И поворачиваемся на третий ряд, четвертый ряд. Значит, вот здесь вот мы не довязали две петли, делаем вот такую вот воздушную петлю, дополнительную воздушную петлю, и вяжем ряд четвертый до конца. И у нас здесь вот получилось вот такое вот разделение, две петли мы отделили, вяжем ряд до конца. Так, довязала ряд прям до конца, последняя лицевая, мы помним. И пятый ряд мы снова вяжем укороченный ряд, следующий укороченный, пятый. Так, довязываю пятый ряд до конца, и снова я не довязываю две петли, то есть не вот эти две петли, которые у меня остались, а следующие две петли. А в реале это получается как бы 3 петли с вот этой вот дополнительной, которую мы набрали. То есть 2 петли из вязания, но по сути 3 петли. Вот. Это у нас не считается, она у нас будет служить для соединения. Вот сейчас я поворачиваюсь на 6 ряд и снова делаю эту воздушную петлю, которая у нас не в никакие расчеты не идет, она у нас дополнительная, и вяжу. То есть теперь у нас получается, что здесь остается 2, и здесь 2 вот из основного вязания и одна дополнительная, то есть по сути 3. Я здесь пишу 2 основное вязание, эту петлю дополнительную я вообще считать не буду. Вот она опять я сделала, но я ее не считаю, и вяжу 6 ряд до конца. Так, я провязала 6 до конца ряд, и теперь 7 ряд я вяжу, и в нем я снова не довязываю 2 петли. Я, конечно, неправильно как бы начала, ну, в смысле рисовать неправильно с обратной стороны. Ну, я думаю, вам понятно. Итак, вот мы смотрим. Здесь видно прекрасно, вот это отсчет ведем от дырки. Вот эта петля дополнительная не считаем. Вот 2 петли я не довязала. И снова поворачиваю и вяжу 8 ряд. Здесь снова делаю дополнительную, и 8 ряд до конца, и 9 начинаю. Так, 8 ряд я довязала, сейчас вяжу 9 ряд. То есть, в принципе, в предыдущем ряду я снова 2 оставила. Следующий ряд, 9. Здесь тоже смотрим, дырка от дырки, первая петля не считаем, 2 петли, вот они, вот. Теперь у нас 1 2 3 4, вот 1 2 3 4,
поворачиваем снова, 10 ряд и 11 начинаем. 1, 2, 3, 4, видно, да? Так, 1, 10 и 11 я начала. В 11 ряду мы снова оставляем здесь вот 2 петли из основного вязания плюс 1 дополнительная. Это уже у нас будет 5 раз. 12 ряд, снова дополнительная петля. И вяжу 12 и начинаю 13 ряд. Вот это у нас уже 5 ступенька. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжу этот ряд и следующий. Начинаю 13. Так, 13 ряд. Мы тоже вяжем незаконченным. Вот одна дополнительная, 2 петли, то есть видим дырка и 2 петли мы оставляем. Итого у нас получается 6 раз мы провязали вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов незаконченными. Мы поворачиваемся, вот они незаконченные ряды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть каждый нечетный ряд мы вяжем незаконченными, четный мы вяжем до конца. И вот у нас получился вот такой, сейчас я довяжу ряд до конца и покажу, какой клин у нас получился. И в принципе у нас получается, что раппорт провязан один, который у нас состоит из 14 рядов. Сейчас мы начинаем с первого ряда, то есть вязать 2 полных ряда. Сейчас я довяжу вот это 14 и вам покажу. Но мы соединим снова в цельное вязание. Сейчас я довязываю 14 ряд. Итак, 14 ряд я довязала. Последняя петля лицевая. Вот благодаря лицевым петлям у нас вот такой вот получается зубчатый край. И 15 ряд, он же первый, считаем его как первый, потому что мы сейчас начинаем снова вязать вот этот вот раппорт по новой. Два ряда, как я вначале вязала, первый и второй, цельные. Вот я сейчас вяжу первый ряд. Первый ряд я довязываю до конца. Таким образом соединяю вот эти все незаконченные ряды. Вот я дохожу до вот этих вот дырочек. Последнюю петлю, которая у нас дополнительная, которую мы не считаем, я провязываю вместе со следующей петлей. То есть я ее, она по сути улетучивается, но мы как бы предотвращаем появление дырки. Лицевая, дополнительную провязываем вместе со следующей, лицевая, дополнить все дополнительные петли мы провязываем по 2 вместе со следующей петлей. Вот она. И вот она последняя. Все. Здесь вот можно последнюю петлю сделать изнаночной, не лицевой, потому что тут петельки мы будем стягивать. Вот первый ряд я провязала. В принципе, смотрите, у нас вот такой вот клин получился. Сейчас я провязала снова первый ряд, и я соединила это все дело, вот сюда. У меня все петли. Далее я начинаю еще второй ряд провяжу. И начинаю опять же вывязывать вот эти вот ступеньки. Все с первого ряда я посчитаю, повторяю. То есть вот здесь вот хорошо видно. Видите, один клин у меня был, второй и третий. Сейчас я еще вяжу 2 клина вот до этого, вот этого выреза. Итак, всего я провязала 3 раппорта. То есть еще 2. Один мы провязали с вами.
А теперь я провязала еще один и провязала первый ряд, то есть соединила. Давайте вот здесь вот нарисую, что я провязала еще один. Боже, нарисовала Вика. Что мне теперь нужно сделать? После третьего раппорта я разделяю вот все вязание. Сейчас я соединила одним рядом, да, и я отсоединяю 24 петли. Здесь у меня 62, 24, то здесь у меня 38 петель должно остаться. Итак, вот, я отсоединяю 24. Включая кромочную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Теперь я поворачиваюсь, я вот эти вот петли 38 оставляю, не вяжу, вяжу только вот эту вот часть. При этом это у меня уже третий ряд раппорта, и здесь я вяжу незаконченный ряд. Все точно так же, только на меньшем количестве петель. Я все вяжу в те же раппорты. Сейчас я вам это все покажу. Я вяжу сейчас 4 раппорта вот на этих 24 петлях. Вот, это у меня третий ряд из раппорта, и я не довязываю первые 2 петли. И поворачиваюсь, и далее вяжу только вот эти вот до сюда, эти петли поворотными рядами. Значит, что, как это выглядит? Я сейчас вот нахожусь в этой точке и вяжу вот эту часть. Вот, и всего у меня здесь 1, 2, 3, 4. Я надеюсь, вам видно вот это вот разделение, где у меня вот эти клинышки. 4 раппорта я вяжу эту вот сейчас, эту верхнюю часть. Так, мои хорошие, вот смотрите, я провязала 4 раппорта. 1 клинышек, 2, 3 и 4. И вот здесь вот как раз конец раппорта. Я еще не провязала, как бы не соединила их в одно вязание, вот эти незаконченные ряды. Я отрезаю ниточку. Вот сколько, чтобы влезла мне как бы в иглу. Я ее отрезаю вот так вот приблизительно, потому что там мы будем закреплять. И теперь беру вот эту нитку и привязываю вот сюда. Вернее, я даже не привязываю. Такую же длину оставляю. И начинаю вязать. Здесь я теперь вяжу вот эти 38 петель. И просто лицевыми петлями. И в конце кромочные тоже лицевыми, чтобы получился зубчик. То есть вот здесь вот мы сделали 1, 2, 3, 4 и остановились вот здесь. Вот у нас петли осталось на спице. Сейчас мы вяжем вот эти вот 38 петель, но ровно. Видите, здесь у нас никаких ничего нет. Последнюю петлю, еще раз напоминаю, мы вяжем лицевой петлей. И вяжу ровно эту часть. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Итак, провязала я, девчонки, вот смотрите, одинаковое количество рядов. Сколько? 54. 55, вернее, потому что уже один ряд сюда провязан. Здесь у меня провязано 55 рядов. И здесь 55 рядов. И в 56 ряду. Вот он у меня снизу. Я соединяю это вязание. Вот сейчас я все соединяю, и вот эти вот незаконченные ряды.
И это у меня будет 7 рапортов полных. Так, вот я дошла до вот этой вот разделения. Здесь я никаких узлов, ничего не делаю. Это все мы потом с вами доделаем. Просто соединяю в один ряд. То, что здесь вот распускается, ничего страшного. Так и оставьте. Пусть пока будет этот ряд у меня как бы первый следующего рапорта. И я вяжу еще отсюда 3 рапорта. Вот, соединяю все вот эти незаконченные ряды. И у меня получается 7 законченных рапортов. 3 до разделения и 4 после разделения. Так, вот. Прекрасно. Все, мы соединили. Далее я вяжу еще 3 рапорта. Вот ровно столько, сколько до разделения. Вот. Так, провязала я 3 рапорта. Еще раз, два, три. 3 уголка. Вот. Теперь что я делаю? Теперь я буду сшивать для этого. Смотрите. И я, кстати, провязала, девчонки, первый, второй ряд, как бы 8 рапорта, чтобы соединить это все дело. И рабочая нить у меня закончилась вот здесь, вот в конце. Значит, что я делаю? Я складываю вот этими. Вот видите, где вот это вот как бы рубец от лицевой петли вовнутрь. И подхватываю здесь, вот для этого нам нужен был этот набор петель. Подхватываю петелечку здесь и снимаю петлю со спицы и провязываю. То есть я одновременно буду закрывать петли и сшивать шапку. То есть здесь хорошо видно эти петли. Если бы набирали мы петли обычным способом, то здесь бы был уплотненный край. Что я еще сейчас сделаю? Я убираю одну нить. Чтобы еще тоньше у меня был край. Ну, то есть еще меньше уплотнения. Еще можно убрать даже вот эти вот белые махеровые нити. Ну, да ладно, оставлю. Смотрите, чтобы это было достаточно эластично, чтобы шапка была как бы функциональной. И вот таким вот образом я закрываю петли до самой макушки. Вот доходим мы до конца. Здесь вот последняя, предпоследняя, вернее, петля. И последняя у нас там, где был узелок, вот я вот так вот куда-то, сейчас, посмотрите, подниму, ой, протыкаю и провязываю как бы последние петли. Теперь я отрезаю ниточку и делаю вот здесь вот, можно даже с вот этой вот нитью продеваю. Теперь мне нужна игла. Затянуть вот эту вот дырку на макушке.
я здесь вот во все петли вот так вот как бы подхватываю. Так, и стягиваем. Если не удалось стянуть, так как у меня зацепилась махеровая нить, то я подшиваю как бы еще. Еще здесь завяжу узелок и обрежу ниточку. Еще мы сейчас обработаем вот эти вот наши открытые нити. Вот здесь вот у нас, да, мы помним, мы ее тоже продеваем в иглу. И теперь что я делаю? Я просто вот эти последние как бы здесь за целые как бы кромочные хватаю последние с обеих сторон. Раз и два. И прям с узелком все и фиксирую. Далее увожу вот эту нить туда подальше, вглубь. Это сейчас мы на изнанке находимся. Вот, и только потом обрезаю. То есть я зафиксировала ее здесь хорошо. То есть потом можно с этой шапкой работать уже. Натягивать, стягивать. И она будет хорошо зафиксирована. То же самое я проделываю с другой стороной. И все. Основа как бы нашей шапки готова. Вот. Забыла узел сделать еще раз. Можно ее украсить как угодно. Можно не украшать, смотря для кого она предназначена. Если это мужская балаклава, понятное дело, ничего не надо. Женская тоже не надо. Для детского варианта ушки. Тем более, вот у нас кролика. Ухи будут как раз в тему. Вот, вот моя шапка, девчонки. Такой вот вариант. Я считаю, как мужской вариант, очень-очень удачный. И очень просто на самом деле. Вот свяжите своим мужчинам. Я думаю, они будут... Оно как снуд служит и как шапка. Ну, а мы сейчас свяжем еще и... Так, мои хорошие. И бонус. Бонус у нас ушко. Вот, одно я связала, и второе сейчас вам подробненько расскажу. Значит, как мы размещаем ушко, девчонки? У нас вот 4 раппорта есть. Там, где вырез вот этот вот. И по краям, вот видите, они 4. Раз, два, три, 4. Вот этот ряд, который у нас сплошной, за него мы и... привязываем вот это вот ушко. Раз, два, три, 4 клина. Вот он, сплошной ряд. Вот, вот, вот. Я сюда кверху, отверху, вернее, начинаю. Я это буду делать крючком, чтобы было удобнее. Раз. За каждую петлю вот так вот. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петелек я набрала. Вот эту ниточку я оставляю и переодеваю петли на спицы. Так, все.
Далее я вяжу лицевыми петлями точно так же, как я вязала шапку. Вот этот я ряд считаю как первый, сейчас второй ряд. Я вяжу всего 10 рядов. Все кромочные у меня лицевыми. Так далее я вяжу 10 рядов всего. Итак, 10 рядов я провязала лицевыми петлями. Теперь в 11 ряду мы добавляем по краям 2 петли. Для этого первую петлю я снимаю, делаю вот таким вот образом воздушную петлю и вяжу 8 средних петель, и перед кромочной я еще одну петлю вот так вот добавляю. Теперь вяжу 9 рядов лицевыми петлями. И в 21, в 1, вернее, в 11, если так вот, если этот считать первым, я снова делаю добавление. Таким образом, 5 раз, пока у меня не будет 20 петель. То есть в 11, в 21, в 31, 41 и 51 ряду я делаю вот эти добавления. Всего вяжу 60 рядов. Итак. Вот так вот выглядит наша заготовка, 60 рядов, 5 раз я сделала добавление, и сейчас мы делаем сокращение. То есть последнее добавление у меня вот было в 51 ряду, и довязала до 60 рядов. Сейчас 61 ряд, который мы будем делать сокращение. После кромочной 2 вместе. И перед кромочной тоже 2 вместе. Такие сокращения мы делаем через 3 ряда. Теперь я вяжу 3 ряда. И в четвертом делаю такое же сокращение. И так далее. Так, в общем, я сделала 3 убавления. Девчонки, вот не могу понять. Раз, два, три. 3. И должно остаться у меня 14 петель, но у меня осталось 15. Не знаю, каким образом, где-то то ли не закрыла, в общем, не знаю. Значит, после третьего сокращения нашего, что мы делаем? Я вяжу центральные петли, все по 3 петли, смотрите, 1 2 3, 1 2 3, у вас должно быть 14 петель, 1 2 3 и 1 2 3, а у меня 15, поэтому я здесь провяжу 1 2 3 4, а у вас будет 1 2 3. Это потому что вы петли не теряете, теряю только я. Так, и кромочная петля есть. Далее в следующем ряду 2 вместе, кромочную я сняла. Далее 2 вместе и 2 вместе. И последняя кромочная. И все 4 петли вместе. Вот и все. Ушко мы закончили. Теперь отрезаю ниточку. Тикс. И заканчиваю здесь вот всю вот эту свадьбу. И внутрь ушка, вот как у меня, вот так, нет, вот так вот будет ушко внутрь. Я продеваю вот эту вот ниточку. И что хочу сказать, в принципе-то и ничего. И все, да? Еще осталось там одну ниточку нам продеть, и все, девчонки. Вот такая вот шапулька у нас сегодня. Если вам было полезно видео,
и вы что-то из него взяли, вы им попользовались, у вас есть возможность отблагодарить меня за это видео. Вы можете это сделать при помощи суперлайка. Под видео есть такая кнопочка суперлайк. Это благодарность мне за мои труды. Так, еще вот эту ниточку я продену на изнанку. Вот, также вы можете отблагодарить любым другим способом. Очень простым, самый простой бесплатный способ — это лайк, комментарий и поделиться этим видео. Понятное дело, что поделиться изделием, которое вы связали по этому мастер-классу. Я все изделия выставляю в своем инстаграм, которые девочки мне присылают. Поэтому тоже жду ваших результатов. Вот такая детская шапочка. Ну и что хочу сказать? Больше ничего. Вяжите, девчонки, вяжите. Такой простой, удобный способ, вот, и при том универсальный. Хоть для детей, хоть для взрослых. Вот такая вот балаклава у меня получилась. Вполне себе применяемая для всех. К сожалению, не фотографировала я на себе, вот только на манекенах. Вот. Легко она управляемая такая, то есть достаточно платочная вязка такая, движущаяся, поэтому получается, что ну вот так вот как бы очень легко ею манипулировать, скажем так, и на снудик снять, как капюшончик снудик, и одеть на голову, натянуть на нос и стянуть, точно так же стянуть с носа. Ну вот в принципе то девчонки, и все, все что я хотела, все сказала, все показала. Вот на сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.